Привет вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в коллапс. Так. Часть 7. Путь к Южному вокзалу. Сколько частей, я точно не знаю. Но у нас уже... Что, разлом появился? Еще какая-то остановка времени должна быть. Так, ладно. Так, где это я? Что нам делать? Мы пойдем. Да, я вас слышу. Вынес. Вынес. Так. Никаких. На. Так. Вот так, сэкономили. Так. Что у нас здесь? Никто не прыгнет. Опа. Так, ладно. Там что-то было. Так, жизнь у меня пока в порядке. Ни хрена себе. А почему вы не враждовали между собой? Не, так нечестно. Опа. У вас уже есть гром. Аж до 180 патронов поднял. Какой полезный был. Ну давай, откуда прыгайте? Почему так на меня? Давай. Опа. Так. Так. Минутку. Да уйди ты! На! Господи! Полностью, надеюсь, подправил здоровье. Вон там вот никак. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Тараканов мы перебили, этих перебили. Будем смотреть, кто у нас там остался. Ай-яй-яй-яй-яй. Гром у вас уже есть. На. Загасили, стоял там. Тихоря. Думал, я не увижу. А я вот взял и увидел. Так. Жалко, что карты никакой нету. Опа. Что тут? Найдена секретная зона. Ну-ка, информация. Позвонить. Нет. А звонки? Нет. Ладно. История. Ни хрена себе, до 7 главы. И все же это документируется. Протоколируется. Так. Это что у нас? Гром. Плюс аптечка. Ладно.
Будем знать минутку. Что у нас здесь? Домашка. Минутку. Да тихо говорю. Так. Блин, чем-то на Чернобыль похоже, да, в Сталкере. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Можно же туда пройти. Я почему-то в этом уверен. Рельсы стоят. Громы, молния. Так. Черт! Они повсюду! Где ты, родом? Мне нужна твоя помощь! Они какие-то бронированы, их ничего не берет! Это для разлома, короче. Эй, я жду тебя на Южном. Ну, Южный, это как вокзал, я понимаю. Новый вопрос. Позвонить. Давайте позвоним. Что у тебя опять, Родан? Елена, у меня сейчас уже все артефакты с собой, кроме последнего. После встречи с Дырявым я смогу выполнить до конца свою миссию. И поверь, Елена, я ее выполню. Бросай это дело. Я хочу быть уверен, что с тобой все будет в порядке. Ты же знаешь, я справлюсь. Родан, я подумаю. Он действительно что-то подозревает. Но понимаешь, я не могу все бросить. Ты, наверное, даже не до конца понимаешь, насколько это важно. Я все понимаю. Ты только выслушай меня. Математика, рабочая тетрадь. Сейчас от тебя уже зависит не так много. Ты и так сделала все, что могла. Мне будет спокойнее, если ты выйдешь из игры. Родан, я же сказала... Подумаю. И не надо меня уговаривать. Не надо. Так, ладно. Так, что у меня тут есть? Боюсь упустить что-нибудь важное. Что-нибудь нужное. Ва! Ну, тут у меня... Пока нет ничего. Такс. Нет. Желтенькая или зелененькая. Какая она там правильно? Цвет. Не вот ее бы. Ну ладно. На. Так, спокойно. Где ты? На. Пулемет. И прыжку. Вот так. Ладно, сейчас еще разок. Так-то вроде неплохо начал. Теперь мы знаем, где чего у них. Черт! Они повсюду! Знаем. Тоже знаем. Сейчас позвоним. Минутку. Информация. Позвонить. А, надо, чтобы она трубку взяла. Вот такой вот у нас быстрый диалог получился.
чтобы не штокало тут. Так. На, блин, убьешь еще. Давай. Иди. Барасов. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Все. Теперь собираем оружие. Блин, блинский. Там вниз, конечно, можно. Нет. Мы пока сюда не будем тратить наши ресурсы. Да? Не получается? Ладно, если не получается. Так, так, так. О, блин, вот она была. Ой, так там еще до хрена было, а я взял да потратил. Все, все, все. Это для чего? Для ракетницы, что ли? Ладно. Как бы то ни было. Что бы тут ни было. Понятненько. Ни хрена тут можно было, короче, просто бегать, лечиться, а я, блин, аптечку потратил, такой нужный ингредиент в моей этой стычке. Ну, давайте вниз теперь посмотрим, что там у нас. Здесь ничего. Тут опять жизни, так можно было ни хрена воевать, да воевать. Ничего, я лоханулся-то с этим. Ладно. Кто где? Кто где есть? Точно, блин, от халвы слезали. Второй, причем вот здесь вот, явно. Вот так. Да. Да. Вот так подбили. Давай. За оружием. Опа. Что, уже все? Оружие. Ну-ка, нет, смотрите-ка, поправил оружие.
Ну и тут тоже, естественно. Что тут есть? На. Так. Да. Давай, давай. Да. Что, не получилось? Ну, бывает. Что ж, виноват, что вы лошары такие в этом плане. Да. По одному, как в тире, подходите. Ой. Идиоты. И это уже не лечится. Почему ты не запрыгиваешь? Яма. А в землянке людоед. Заходи к нам на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая прекрасная. Блин, ну так-то смотрите. Ни хрена ножами-то помахали-то они. Так? Что где открылось? Ой. Давай. Да подождите вы. Спокойно. Вот так. Ой. Мы серьезно думали, что я буду с вами как честный и благородный биться. Это такие наивные, размечтались. Ну ладно. Дверка открылась. Наказам. Да стой. Вау. Подожди ты. Вот так. Блин, испугал меня. Ракообразно. Вот и все, блин. Блин, столько их. Ладно, не будем жалеть о содеянном. Опа, сейчас кто-нибудь выпрыгнет. Ой-ой-ой. Спокойненько. Да. Опа. Где ты?
Куда ты делся, козлина? Что-то убежал, и все. Подождите. Нет, не получается. Не получается. Так. Как же так получается? Что все так быстро кончается? Что-то что-то было? Ай-яй-яй. Вы учтите, я вас боюсь. Если в случае чего. Так. Так. Ну, оглядываемся. Здесь по-любому что-то скрыто, закрыто может есть. Где-то в перегородках. Но я этого сейчас не нахожу. Так что... Понятненько. Ясненько. Где ты? Стойки не подрубить? Не. Ладно. Вот он, где-то тут он. Так. На. Получи. Что там? Ой-ой-ой-ой. Тихо. Ну давай. Получи. Блин, надо что, вплотную подойти, что ли? Ну давай. Так. Атакует он. Подождите. Так. На. Подожди. На. На. Вот и все. Блин, а тут еще можно, да, подзарядиться же. Где тут много жизни всяких было. Давай. Опа. Взял. Взял, ладно. У меня там еще жизни есть. Как-то. В запасе. Просто мне сейчас стало интересно, что там. Да. Вот так.
Так. Так, я так думаю, мне здесь не надо здесь так убивать. Как я это делаю? Ва, вот она, что я искал. Вот так. Давай. Опа. Давай. Давай. На. Тихо. Тихо. Убегай. Да, если бы. Хоп. Подождите, подождите, я за жизнью. Но. Да. Ой. А чё вы все по мне-то так? Тут. Так. Не убег. Опа. Появилась. На. Так. Так. Появись. Еще. Я, блин, перезаряжаюсь. Встань. Так. Тихо. Блин, так вы меня загасите. Так. Такого черта. А вы чё, падла? Сейчас, минутку. Я же знаю, что ты здесь. Вот так. А,
На. Что там еще? Кто остался? Так. Давай. Ой. Давай. Перезарядимся. Да. Вот такого. Блин, нет, они так бесконечно будут сыпаться. А это не вариант. Да нет. Давай. Где? Да, уйди ты. Я прикрою сейчас тебя. Где замок открывается? Куда идти-то? Такое чувство, что наверх придется ползти. На. Получил? Вот так. Где ты, падла? Так. Где ты? Давай. Перебегай. Вот так. Надеюсь, больше снайперов не будет. Так. Где дверка открывается? Где я ее могу открыть? Вот так. Так. Давай. Нет. Плохо. Давай.
спрятался. Да, блин. Надо найти, где этот пульт находится, управление. Давай. Где ты можешь находиться? Почему я тут так застрял? Так, уроки, минут. Так. Так. Беги. Сейчас посмотрим. Если получится. Давай, пиши. Делай. Так. Блин, не надо было никого убивать, первоначально нахрен надо было прорываться. Ну ладно, я все свое восстановил, оружие у меня максимум, аптечек максимум, жизнь я свою немножко продлил, удлинил, как правильно сказать. Так что нормально пока. Ой-ой-ой. Ой. Что у нас? Сзади есть. Сзади у нас козел в засаде. Так, это если бы я битый пришел. Так. Это у меня пока все есть. Не знаю, там где-то вот аномалия, дыра, разлом. Называйте как хотите, что-то есть. Так, а мне вниз надо. А, подожди, какой вниз, если я наверх поднялся только что снизу? Сейчас закроется, наверное. И здесь с кем-то надо будет биться, да? Да. Я предполагаю. Да тихо ты. Тихо. Давай. Мне не смог, что ли? Ладно. Так. На. Хоп. Тихо. Я так понимаю, с ним только на ножичках надо. Давай. На. На. На, вау, мощно было. Нет, спокойно. Давай. Нет. Ой. Да блин.
Давай его исполняем. Давай, давай. На. Эй. Ни хрена себе. Давай, кидай, 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 кидай. Вот ни хрена себе. На. Тихо. Не то. На. Давай, 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 давай. Ох ты, падла. Подними. Давай, сейчас ну, дырявый вот окажется, что он тоже тварь. Пришло время платить. Дырявый был моим другом. Любишь мстить? Конечно же. Чему еще ты мог научиться у Смавки? Ой, что-то не верится. Восьмая. Слепые оракулы. Неплохо. Ты пишешь? А еще на коньки хочешь? Давай, я выживу. Организм еще не полностью восстановился после регенерации, поэтому некоторое время вам придется привыкать к себе.
Сейчас здесь будут специалисты. Они проверят, все ли показатели в норме, все вам объяснят. Ну и... просто вы так не беспокойтесь. Мне достаточно того, что я знаю. Понимаю, понимаю. Да, 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 да. Знание — это большие возможности, но в то же время огромные неприятности. Я как раз собираюсь освободить вас от этих знаний, чтобы вы, глядишь, не натворили каких-нибудь глупостей. Глупости? Этот мир, дыра, и столько смерти вокруг — это глупости? Ой, странно. Очень странно слышать такие вопросы из ваших уст. А что такое этот мир? Вы задумывались над этим? Он настолько, настолько многообразен лишь потому, что каждый из нас воспринимает его по-своему. Мы видим добро, творимое ради человечества, но не замечаем зла, которое отражается на других жизненных формах. Этот мир сам себя убивает, Рот. И не помогут никакие технологические усовершенствования. Спасение нужно искать в своей голове. Все понятно. Вы не собираетесь использовать ключи по назначению. Это ценный материал. Думаю, найду ему достойное применение. С помощью этих безделушек можно обрести многое. Но в то же время, в нехороших руках, они принесут гораздо больше неприятностей, чем вы думаете. Особенно в руках предателей. А, ну заходи, заходи, моя девочка. Посмотри, кто попался в наши сети. Теперь мы можем без проблем закончить начатое. Не так ли? Правительственные войска захватили лаборатории. Что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как я уже говорил, никому нельзя доверять в этом мире. Значит, Елена, теперь нужно подумать о более надежном месте. И это место, я уверен, будет не на свалке. Давай, сейчас подрежет ее. Как жаль. Нет! Вы посмотрите, какие у нас эмоции. Натурально, очень натурально. Я бы даже сказал, естественно. Будет очень жалко очищать такой хороший экземпляр. Этот блеск в ваших глазах. Это блеск фанатика. В недалеком прошлом мне пришлось уничтожить целый исследовательский комплекс. Из-за таких вот фанатиков, как вы. У них тоже был такой блеск в глазах. Они думали, что смогут обвести меня вокруг пальца. Не тут-то было. Якир, мне нужна ваша помощь при запуске основного октопуса. Якир, вы в своем уме? Что вы делаете? Я помогу тебе выбраться отсюда. Так, а что ты мне помогаешь? Почему ты это делаешь? Ничего личного. Я и раньше подозревал, что он не собирается закрывать эту чертову дыру. Теперь дело за тобой. Я не уверен, что смогу. Мне надо встретиться со слепыми оракулами. Зиновский держит их в вакуумных палатах. Очень странное место. Гравитация там выбрасывает самые неприятные сюрпризы. Удачи. Так, какой-то квест, что ли, назначен? Так, вы получили энергоудар, искажение времени. Энергоудар, искажение, так способен на время, замедляя его вплоть до остановки. Затем в режиме является так, энергия, все к чему. Так, ладно. Так, а как мне куда перебраться-то надо? Вот так вот надо. Понял. Ждем. Ну.
Такс. Так. Блин, куда меня ведут? Ага. Так, с кем-то драться надо? Да уж по-любому. Господи, кто тут может быть еще? Так. Бунк. Так, это вот я пришел. Заново эти прыжки теперь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Хоть знаем, как это теперь выходит. Слепые оракулы. Вот прыжки вы ничего. Ой, спасибо, что не с самого начала-то. Так, это не составляется, пока я не бахну. Так. Опа. О, блин. Так. Сюда можно зайти? Можно. Что здесь есть? Ничего хорошего. Так, это я туда пришел. Так. Назад-то мне не надо, хотя там есть какая-то штука, которая... Он резонирует и гравитацию наводит. Ладно, потом посмотрим, что за оно это. Тут еще один этаж есть. Макс. А еще выше надо, что ли? Подождите, а как еще выше-то? А, водка. Так. Назад мне не надо, у меня кто-то вперед сейчас дорога. Покуда она начинается, то откуда? Вон оттуда. Так, здесь можно просто пробежать. Все, ждем, когда тропа образуется. Так. Вот тоже игры разума, да? Если быть уж на то откровенным. Так. Мне по-любому надо спускаться.
Так. Вот она. А я нашел тебя. Так. Как мне туда пройти? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так. Ух ты. Как здесь все отличненько. Так, минутку. Ты делаешь математику? Так. Ну и как мне к тебе прийти? Не вижу ничего, чтобы указывало на то, как до тебя добраться. Так. Ну давай же. Эй. Так. Ладно. Так, а подо мной что-то есть еще, да? Ладно. А какой мне надо? Вот это. Так. А вот и надо было. Осколков не хватало, видимо. Бля. Бау. Разбился. Так, и где это я? Окажусь. Давай. Чтоб бесануло меня. Давай. Где я окажусь? Твари такие. Вот, смотрите-ка. Да. Так. Блин, чё ты соскочил-то? Ну сейчас наскакаю здесь. Пишем, пишем. Да. А так-то ничего, в гопу соскочил. Чё тут западло такое? Там как-то хитро мудрено, что ли? Заверчено, закручено. Так-то дикость какая-то, блин, шляпа шляпная. Ладно. Куда надо тут? Ну дошел я до сюда. Как наверх подниматься? Непонятненько. Неизвестненько.
Вставай. Так. Вот она. Взял. Только не надо мне здесь, я же видел, что там еще что-то было. Ага, вон он, что, Михалыч. Все, понял. Ладно. Слепые оракулы. Оракулы. На. Надо пойти первоначально с пистолетом подойти. Или что, или на несколько раз зарядить можно. Сейчас проверим. Ну же. Блин, остал. Что за шляпа? Так. Так, а в чем секрет тогда? Или надо, когда они остывают? Может так? Может они без меня греться будут? Я им не обязательно. Ксюша, ты делай, ты какой тебе каток? Забудь о нем. Так, вот представляю, что я бегу, бегу, бегу и а камни все-таки без меня греются. Ладно. Так. Блин. Блин, блинский. Не допрыгнул. Да ё-моё. Сложновато, сложновато, да. Вот эти прыжки ненавидимые во всей игре. Даже в дендерских вот эти вот. Выверты эти до поворота. Да чё ты, блин, наступился-то? Как ты так-то мог-то, нах? Вася! До этого прыгал нормально. Такое чувство, что они у тебя разъезжаются, камни-то. Бредово, конечно, бредово. Аккуратно пиши, голову подними. Так, прогреваем камни. Прогреваем камни, сейчас как будто это... На массаж горячих камней пойдем. Mm.
Ага, не туда. Так. Я прямо отсюда вижу, что тут что-то надо останавливать. Ладушки. А, назад никак. Видимо, как только заходишь, сразу надо нажимать эту штукенцию, чтобы время останавливалось. Да. Ну давай. Вот они накалились. Блин. Ну такое бывает, что? Не без этого. Так, и будем продвигаться по пару камней. Да? Кот. Кот обормот. Так, где только предохранитель должен быть нахрен этот? Это как это... Есть фильм старый 90-х годов. Бесконечная история. Там вот тоже оракулы были. Немножечко осталось. Блин, ну калишь ты вонючий. Так, ну теперь мы знаем, все, надо по левой стороне двигаться. На правой стороне нам делать нечего. Зачем там, правда, остановка времени? Вроде как нормально пробежать можно. Ну, на мой взгляд, если поторопишься. Давай, беги. Давай. Вот и все. Так-то бы не использовал, тоже бы, наверное, нормально пробежал. Ждем. Что там, вихры какие-то? Мы вне пространства. У дыры этой, червоточины, как ее, кто называет. Ну и монстры тут должны быть, на мой взгляд. Это не может быть такого, чтобы монстров не было. Как мир отхалы. Че, сделала? Минутку. Так. А, на халве-то, по-моему, если я не ошибаюсь, был мир X или как-то в этом роде, которым Кван, хрен знает, как выговорить, Хан Хон какой-то там правил, такой человек, у него башка там это, которая как бы расколота, туда пиш-пиш стрелять надо, да, гранатами хреначить. Только сначала надо эти было уничтожить, кристаллы уничтожать надо было. Кто в халву первую играл, знает, какой там последний главарь. И как трудно его загасить. Хотя с одной стороны легко можно загасить, если ты спрятался умеючи и отстреливаешься. Да, сразу сбиваешь эти кристаллы вонючие. У него череп раскрывается, все. Потом кто бомбами закидывает, гранатами, кто так это подпрыгивает, стреляет. Так. Пока идем.
какие-то ворота или врата, как правильно назвать. Аж с трех сторон. Нам туда не надо. А зачем мне оракул вообще, по идее? Так. Здесь у нас что-нибудь есть? Ой. Здесь у нас что-то есть. Родан, Родан пришел. А, Родан, заходи, заходи и располагайся. Девочка, включи гостю свет. Ему наверняка хочется нас видеть. Мы никогда раньше не встречались. Откуда вы знаете мое имя? Мы все идем по тоненькой ниточке нашей судьбы. И пока не оступились, судьба всегда у нас под ногами. Мы есть в твоей судьбе, поэтому мы знаем тебя, Родан. Ты пришел сюда, чтобы убить нас. Да, да, не отрицай этого. И наша ниточка судьбы обрывается, раз ты уже здесь. Ты именно то звено, которого не доставало в цепи нашей смерти. Вы ошибаетесь. Я не желаю вам зла. Я пришел узнать ответы на вопросы. Да так, будто пройти невозможно там. Нам зла. Такая расщелина. А если ты хочешь знать ответы, то слушай и запоминай. Потому что нить обрывается скоро. Пространство и время — это то, из чего состоит наш мир. Мы так мало знаем об этих понятиях, что даже представить себе не можем, насколько пространство отличается от нашего представления о нем. Все во Вселенной находится в одной точке, и наш мир входит в эту Вселенную. Но существуют миры-убийцы, живущие за счет энергии других миров, за счет их жизненной силы. Один из таких миров оказался в нашем пространстве. Дыра. Своего рода рот. Это огромное, ненасытное живое существо. И оно не успокоится, пока будет находить пищу в этом мире. Для того, чтобы закрыть дыру, существует ключ. Но сможешь ли ты правильно воспользоваться этим ключом? Вот в чем вопрос. Этот ключ есть в каждом живом существе. И он никак не может определиться, что же является добром, а что злом. Сейчас, минутку. Он всегда оставляет этот выбор миру, в котором существует. Но почему я? Это твоя судьба, Родан. Туда идет твоя нить. Иди, почему не сказали, где мне искать этот ключ? Я же забыл. Ты узнаешь, Родан, где он находится, когда окажешься Родан. Рядом с дырой. Мор. Уроки. Наша нить обрывается. Но я не собираюсь вас убивать. Никто не говорил, что ты собираешься нас убивать. Просто чужой мир чувствует элементы ключа, когда они собираются вместе. Именно поэтому сюда уже идут стражи. Ты — одно из составляющих звеньев нашей смерти, Родан. Короче, меня обвинили в том, что я стал невольным, так сказать, звеном смерти этих двух слепцов. Ну, смотрите, тут дыра, нам надо было пройти, да протиснулся бы. Как бы я стал виноватым теперь. Так. Так.
Так, и... Пока я говорю, что мне тут надо махаться до потери пульса. Ой. А как мне? Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. На, подожди. Что-то я понять не могу, как мне тебя гасить. Да. Тихо. Нет, нет, нет. Хрена себе, если бы я знал бы. Так. Ладно. Их три, да, таких? Я потому что три видел. Такие штучки. Вот, патроны взял хоть. Еще бы аптечку бы взять. Вообще бы здорово было бы. Съехали колбасу.
Отсюда! Да. Вот так. Блин. Вот так. Всех выжил, да? Да, где тут что еще есть? Ай-яй-яй-яй. Какие монстры меня еще ждут впереди. И угла-то не... О! И угла-то никакого нету. Ладно, хоть жизнь сейчас все восстановлю. Аптечка одна. Вроде ни одной не было. Так. Дробовик. Вот дробовиков надо было, может, гасить их. Ну ладно, чем было, то им и гасил. Победителей не судят. Тем более меня нельзя осуждать. Ну что ж. Или что, зеленый свет? Так. Так. Опа, опа, опа. Подожди минутку. На. На. Так. Да ё-моё. А вот теперь вот. На. Чем это все заканчивается, и отваливал отсюда. Вот так спрячусь. Вот он нахрен что закидает дерьмецом-то. Так. Шина загорелась. И так, мы уже раз-два погасили. Третья осталась. Пойдем посмотрим, куда теперь нас нелегко затащило. Опа. Так, новая супер хвост дракона, блин, да я эти-то не успевал, так, держать сюда-сюда, потом три. Так. Нет, не так. Во! Так. Двумя клинками, все.
Теперь хоть разобрался, как эта херота вся действует, блин. С огненными мечами. Так, а что мне делать-то надо? А мне подняться надо. Только как? Порталы. Нет. Вот так. Подожди. Блин, вот тебя-то я не хотел видеть вообще. Да. Вот так. Да. Подожди. Где ты? С ней было быстро. Так, камни встали. А. Понятненько. Вот так. Давай. Тихо. Да. Да. Да подождите вы. Да. Да. Вот так. Да. 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 Подожди. Я что-то не успеваю за вами. Да. Отойди, отойди отсюда. А почему мне жизни-то не идут? Нифига себе, аптечек нет, что жизни не идут. Да. Да.
Блин. Тихо. Так. Нет, да нет же. Так. Да. Что надеешь? Еще кто-то, да? Блять, ну что требовалось доказать? Откуда выпрыгнет, неизвестно. Крутись, вертись волчком тут, блядь. Страница 84. Так, и теперь что, заново подниматься на этом лифте? Так, из строя вывести я их не могу. Это я уже понял. Какой-то периодичностью, да, появляются. Так. На тебе остановились. Да. Как выходит, сразу уразит. Да я знал, что ты там будешь. Блин. Что? Захлебнулся. Подождем немножко. Мы же никуда не спешим. Так, давайте пока на паузу. Так. Эти же у нас накопились. Нет. Вот так, все. Все живы.
Давай. Почему он сразу начинает орать? Так. Вот так. Да. Подождите. Подожди, подожди. Так. Давай, 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 давай. Тихо. Вот так вот. Ушел я от вас. Ой-ой-ой, подождите. Давайте, соберусь мы. Так, ладно. Поднакопили. Что-то не понял. И почему ничего не произошло? Попасть, что ли? А, все, понял. Так. Почему? Ты что, не зажглась? У зеленой же попало. Так. Что-то не совсем понимаю, как мне зеленый это попало.
Как-то маленько я что-то не так делаю. Да? Так. Что-то случилось там. Вот видите, какая-то штука запустилась. Ну-ка, давайте зеленую запустим. Блин, тут смотреть надо и на этот камень одновременно. И на ту хрень, которая летает. Так. Вон зеленая загорелась. Да что ли мать? Попал. Давай, 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 давай. Вот так. Получилось. Пушки запущены. Куда меня несет? Куда это? Куда это? Куда это? Опа! Часть 9, врата. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и врата мы уже будем проходить в следующей серии. Так что давайте посмотрим. Пока!